В Екатеринбурге на Академии депутат городской думы, возглавляющий в ней фракцию партии власти, Алексей Вихарев официально и торжественно открыл второй филиал своего именного волонтерского центра. Вам большое спасибо, ну и думаю, что жители Академического района тоже в долгу не останутся. Пожалуйста. Оп. Держи первую ленточку себе. Ты молодец. Ура! 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 Напомню, что волонтерский центр Алексея Вихарева существует с прошлого года. Его первая площадка дислоцируется в центре Стольного Бурга на 8 марта 8D. Теперь вот появился второй филиал на Академика Сахарова 51. Это рядом с Преображенским парком. Наши постоянные зрители наверняка знают, какую пользу родному городу приносят волонтеры-вихаревцы. Тут помощи школам и больницам, и пожилым, и нуждающимся, наведение чистоты на улицах и в парках, ну и, конечно, помощь нашим пацанам на фронте. На сегодня в волонтерском центре трудится более 1000 добровольцев. И набирают новых. Кроме того, волонтерский центр работает и как приемная депутата Вихарева. За прошлый год в нее за юридической помощью обратилось более 10 тысяч человек. Наш волонтерский центр в городе Екатеринбурге работает уже второй год. За это к нам пришло больше 1000 молодых людей и девушек. Ребята пришли для того, чтобы научиться труду и ответственности. Труд и ответственность – это именно те качества, которые помогут им в дальнейшем в их взрослой жизни. Мы здесь учимся помогать пожилому населению, заботиться об окружающей среде и также помогаем ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Сегодня мы открыли филиал в Академическом районе, потому что именно здесь, в Академическом районе, живет яркая, прогрессивная, сильная молодежь, и они тоже хотят научиться и понять, что такое волонтерство. Возможно, через некоторое время мы откроем другие филиалы в других районах города Екатеринбурга, а также Свердловской области. Приходите к нам, вы нам нужны. У нас интересно.